Вообще, Эрмитаж, я всегда повторяю, что это огромная шкатулка, полная драгоценностей, и если обладать силами и любознательностью, то там постоянно можно делать какие-то открытия, и только кажется, что это такая застывшая вещь. Ничего подобного. Эрмитаж очень живой организм. Во-первых, это научное учреждение. Во-вторых, это реставрационное учреждение. Там спасают картины и скульптуры, чистят, восстанавливают, и это многолетние труды. Эрмитаж – это просветительское учреждение. Они выпускают каталоги, альбомы, книги, монографии, самые разные научные труды. Эрмитаж устраивает экспедиции, научные экспедиции и раскопы в разные места мира, чтобы участвовать в археологических изысканиях. То есть это не просто здание, набитое картинами и скульптурами. Все гораздо интереснее и сложнее. Слева картинка – это так называемый Большой Итальянский Просвет. Это череда из трех залов. Их отличие от других помещений в том, что над ними так называемый зенитный фонарь. Это архитектурный термин. Зенитный фонарь – это не прожектора, которые подсвечивают во время войны самолеты, чтобы зенитные орудия могли их достать в темном небе. А зенитный фонарь – зенит, вы знаете, это точка в небесах над нашей макушкой. И, соответственно, архитектурный термин «зенитный фонарь» означает дневной свет, который льется сверху с крыши. Очень хороший принцип для, как раз для живописи, потому что получается рассеянный свет, удобный для рассматривания живописи. Справа я показываю домовую церковь. Это тоже особый термин. Домовая церковь – значит церковь внутри дома. Чтобы императорская семья не топала в Исаакиевский собор, до него тоже можно дойти, конечно, но лучше, если храм имеется прямо под рукой в самом дворце. Между прочим, домовая церковь есть, допустим, в Академии художеств. Казалось бы, учреждение для научения студентов, да, там была своя собственная церковь, она и сейчас церковь. В мою молодость, когда я там учился, это был зал для комсомольских собраний. Никакая не церковь. Потом ее вернули в лоно церкви, и настоятелем там отец Александр, это мой сокурсник, как ни странно. А мы пойдем чуть дальше и посмотрим акварели Гау. Эдуард Гау был хорош тем, что это хороший акварелист. Он писал интерьеры под заказ. Ему заказывали разные виды городов и помещений. И, как видите, очень скрупулезный художник. Тончайшая акварель. Внимательно, внимательно. Но внимательные зрители из вас скажут: стоп, стоп, стоп. Это же не эрмитажные работы. Слева сказание о медном змее Федора Бруни. Справа последний день Помпеи. Брюлова. Это же русский музей. Точно. Здесь мы видим развитие коллекционирования, развитие музейного дела в России. Раньше эти работы висели в Зимнем дворце, потом они перекочевали в музей Александра, который нынче называется Русский музей. Здесь, опять же, если рассматривать, можно видеть всякие милые мелочи. Вы видите, что это огромные полотна, они тяжеленные, просто так повесить их на стену не удалось бы. Поэтому под ними, видите, консоли, подставочки такие специальные. То есть работы, эти холсты опираются на пол буквально. И еще важная штука, такая развеска, когда... Но здесь не очень плотно, а иногда картины вешались рама к раме, стык в стык. Это называлось шпалерная развеска или даже иногда называли санкт-петербургская развеска. Когда буквально вся стена завешена картинами вплотную. Мы прогуляемся еще маленько по акварелям Гау. Здесь интересная деталь. Вот если рассматривать, можно понимать, как выглядели эти интерьеры когда-то. Ведь сейчас они сохранились вовсе не всегда в том виде, в каком они были когда-то. Здесь, например, у окна в углу, вы видите, выстроен специальный подиум огражденный. Он поднят над полом, над паркетным полом, с тем, чтобы там можно было присесть у окна и смотреть на Дворцовую площадь. Видите, там Исаакиевский собор виден. И чуть ближе, по левой стороне, вдоль окон, еще один маленький подиум, тоже поднят над полом, чтобы подоконник не мешал смотреть наружу на Дворцовую площадь. И два креслица тет-а-тет, друг против друга, как раз для такой задушевной беседы. Ну и в том числе картины на стенах. А мы идем дальше. И оказываемся в одном из самых красивых, пожалуй, помещений Эрмитажа. И тут я должен сказать, что Эрмитаж в нынешнем виде, колоссальный музей, это собрание нескольких зданий. 6 зданий основных и еще дополнительные. То есть Зимний дворец, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Малый Эрмитаж, Эрмитажный театр, запасной дом Зимнего дворца. То есть это несколько зданий, склеенных в одно пространство. И вот эта галерея, она хороша тем, что это копия. Это как бы привезенный интерьер.
Екатерина Великая захотела иметь у себя кусочек Ватикана. А я напомню, что Ватикан – это государство в государстве, маленькая такая страна внутри столицы Италии, в Риме. Это резиденция папской власти, религиозной власти. И хороша она тем, что там, точно так же, как в Эрмитаже, есть масса произведений искусства и масса помещений, специально рассчитанных на то, чтобы там что-то для публики открытое, а что-то закрытое для церковных властей. И вот здесь следует сказать, что почему мы говорим вообще о Библии? Зачем? Почему нельзя просто походить по музею и посмотреть, поразглядывать то, что попадется под руку? Для того, чтобы как раз с толком рассматривать, для того, чтобы понимать, что мы видим. Очень часто художники прибегали к библейским сюжетам, они очень поучительны. Там есть детективные, кошмарные истории, там есть истории человеческих взаимоотношений красивых, дружба, любовь, верность и ужасных, предательство, злодейство, воровство, обман. И эти штуки получаются очень поучительны, если вы знаете, о какой истории идет речь, то вы полнее воспринимаете живопись или скульптуру. Вы видите дополнительные слои. Собственно, сегодняшние картинки, я надеюсь, как раз и подскажут вот это новое видение, чтобы мы, узнавая сюжет, понимали, что история гораздо глубиннее и интереснее, чем то, что мы видим на холсте. Возвращаясь к этим лоджиям Рафаэля. В Ватикане Рафаэлю были... Рафаэль, он не только живописец, он прежде всего архитектор. Он выстроил эту длинную эспланаду из 13 секций, и его ученики расписывали, и все плафоны покрыты как раз сюжетами из Библии. То есть, проходя по этим лоджиям и задрав голову, можно рассматривать книгу, буквально выложенную здесь по потолку. Иногда это так называется Библия Рафаэля. И справа мы видим парочку фрагментов, общий вид одного из сводов и увеличенный фрагмент. И тут мы понимаем, что это начало мира, когда Господь, его иногда изображают в виде такого знатного старикана, бородатого, обладающий главной творческой силой. Вот он создает мир. Он наполняет, в данном случае он наполняет его живыми существами. Разными зверюшками, птицами, рыбами и так далее. Потом очередь доходит до человека. А мы пройдем чуть-чуть дальше по этим же лоджиям. И еще два сюжета. Вот такой смешной глобус. Господь разделяет сушу и воду. То есть он создает мир из сначала очень простых взаимоотношений. Сухое, мокрое, твердь и влага. А справа, раздвигая облака, он отделяет свет от тьмы. А ведь это еще и оборотная сторона обладает. Свет – это добро, это любовь. Тьма – это что-то нехорошее. И поэтому очень часто художники используют образ тьмы как образ сатанинский, убийственный, обманный. То, что относится к темным сторонам личности человека. Человек может быть, конечно, и светлым, добрым, помогающим, а может быть, злодеем. И поэтому вот это разделение на свет и тьму очень важно в качестве подсказки. Ты к кому хочешь принадлежать? Ты хочешь принадлежать к светлым силам или к темным? И Библия нам в этом помогает как раз историями, разными сюжетами. Ну, например, в левой части Адам и Ева. Наверху архангел с мечом изгоняет их из рая. Интересно, что он спускается по ступеням на землю. Вот этот эффект я однажды для себя самого открыл в храме в городе Тутаев. Это на Волге, у Ярославля, небольшой городишко. И там роскошный есть храм, воскресенский храм. И когда мы с другом, с архитектором там походили, рассматривая фрески, рассматривая иконы, и потом решили выйти из храма, вдруг мы поймали себя на этой мысли. Мы были на втором этаже, и по широкой лестнице под богатым красивым крыльцом мы спускаемся на землю. То есть после храма, после службы, после каких-то приобщений к небесам, мы спускаемся на землю в обычную жизнь. И здесь получается, что тоже Адама и Еву изгоняют в простую земную жизнь. Почему? Те, кто читал детскую Библию, знают, а я подскажу тем, кто, может быть, подзабыл. Внизу слева, смотрите, какой классный сюжет. Древо, опутанное, похоже на червяка дождевого, на самом деле это змей. Но забавно, что змей с человеческой головой, с лицом, да еще и женским. Очень нечасто художники изображают в виде вот такого человекоподобного змея. Обычно это змеюка и змеюка. Адам и Ева. Ева передает Адаму некий плод. Здесь это похоже на инжир. Не всегда рисовали яблочко, не всегда думали, что это райское яблоко.
чем дело? Что, нельзя было поесть плодов с этого дерева? Нельзя. Господь заповедовал, вы тут гуляйте, балдейте, живите всласть, но вот к этому дереву не подходите. Это древо познания добра и зла, не надо с него есть. И, собственно, змей, нехороший человек, никакой не человек, это ангел, темный ангел, который воспротивился воле Господа. И тут мы говорим уже о зависти и злобе. Он сказал Еве, слышь, Ева, а знаешь, почему тебе не позволяют есть с этого чудесного дерева? Чтобы ты не была такой умной, как Господь, чтобы ты не была провидицей, как Господь, чтобы ты не могла быть мудрой. Так, может быть, ты хочешь обладать такой силой? Тогда съешь, и Адама угостишь. Ева была любопытной женщиной, как многие из нас. Она не подозревала подвоха. В раю ничего не было обмана. Это было место благой силы, добра. Там львы не кушали кроликов. Там все было настолько хорошо, до того, как они надкусили этот плод. И вот тогда, собственно, все и началось. И когда Господь искал по райскому саду Адама, «Адам, ты где?» Адам говорит, «Я тут». «А почему ты в кустах?» «А я голый». «Опаньки, а кто тебе сказал, что ты голый?» Ведь до этого никаких мыслей у Адама не было о том, что он обнажен, и Ева обнажена. «Откуда ты узнал?» «А потому что...» Ну, Адам не сознался, что он ел с этого древа. Господь и так понимал. Он хотел понять, соврет ли Адам. Вот началось. Обман – первый из грехов. Собственно, потому архангел и изгоняет людей. А, вы можете жить собственной волей, своими собственными решениями. Ведь наказаны не за то, что съели яблочко или инжир. Вовсе не за это. А за то, что повели себя неразумно. Ну, раз вы можете опираться на свой неразум, ну, вперед, давайте. Живите дальше. И, собственно, начались с этого несчастья человечества. Несчастья разнообразные. Например, справа, наверху, мы узнаем, может быть, узнаем, гигантский корабль. Назывался он «Ковчег». Огромная такая штуковина, сооружение, над которым Ной работал много десятков лет, потому что ему было сказано, слышь, Ной, вот ты хороший человек, добрый, правильный, живешь честно, ты не погибнешь. Все остальные, конечно, паразиты, и, в общем, пора избавляться от человечества. Господь говорит Ною, что я уничтожу человечество за то, что слишком много накопилось зла, грехов. А тебе подсказываю, построишь корабль, соберешь семью, всем своим родным скажешь, что будете спасаться, и соберешь животных. Тут я скажу вот что. Мы иногда пользуемся словами, не помня, что они имеют родословную библейскую, что они из Библии взяты. Ну, скажем, каждой твари по паре. Каждой твари по паре – это значит всего понемножку. Здесь это буквально тварь – это животное, пара – это самец и самка. То есть Ной должен был пригласить животных попарно, чтобы потом после гибели всего живого вновь возродить и людей, и животный мир. Зятья, женихи его дочери ему не поверили, насмехались, да вообще местные жители не верили и всячески издевались над Ноем, который говорил, вы ничего не понимаете, вы погибнете. Ужасающий потоп разделяет историю человечества на две части. До катастрофы и после катастрофы. До потопа и после. Поэтому слова «допотопный», то есть старый, прежний, архаичный, древний, означает историю человечества до гибели. Больше месяца лилось с неба, вода поднялась, залила все. Пастбища, деревни, города, горы. И все погибли. А Ноев ковчег, его корабель с животными и его родственниками, плавал на поверхности бурных ужасающих вод. Ной наблюдал гибель человечества, но сделать он ничего не мог. И после того, как все закончилось, и вода спала, схлынула, он вышел наружу, и таким образом расселились животные вновь на обновленной земле. Ну и пошел новый род человеческий от этого благого человека, он заслужил прощение и помощь. Справа внизу еще одна история катастрофического наказания. Это Лот, родственник Авраама. Мы вспомним еще имя Авраама, очень важное имя для Библии и для художников. Если коротко, несколько городов были нехороши совсем. Это уже послепотопная история. И вот Господь говорит Аврааму, знаешь что,
пожалуй, я их уничтожу. Не-не-не, подожди, говорит Авраам, там же могут быть хорошие люди, там могут быть праведники, те, кто живут честно, и их-то за что? Под общую гребенку. Ну хорошо, говорит Господь, найди мне десяток таких славных людей, и я пощажу эти города. Не нашлось. Вот только Лот и его семья. И тогда к нему пришли ангелы, парочка, сказали: Лот, в общем, собирай манатки, собирай семью, придется тебе уходить из насиженного этого места, из любимого города, потому что он плох, твой город, и он будет наказан. Единственное, просьба, не оглядывайся, просто убегай. Вы видите, что здесь Лот идет с двумя дочерьми, зятья не поверили, они остались тоже. В Библии очень часто истории повторяются, типа повторение мать учения, да, и мы вдруг понимаем, что подожди, мы же это уже слышали, в другой версии, в другое время, с другими людьми. И здесь он убегает из города, на который сыплется сера с небес, ну, типа извержение вулкана. Да не один город погиб, Содом и Гоморра и еще парочка. А что за фигура сзади? Она отличается по цвету, художник изображает ее иначе. Посмотрите, теплые тела убегающих и странный цвет у этой фигуры. Она оглянулась, она не послушалась подсказки. Ей было сказано, не надо оглядываться, надо просто убегать. Но она была любопытная, как Ева, ей была страсть, как охота посмотреть, как погибнет город. И в итоге она превращается в соляной столб. Предполагается, что даже существует такая скала, ее так и называют. Женщина, которая превратилась в соляной столб. Лотова жена. А мы идем дальше. Еще назидательная парочка. Причем, между прочим, это дети Адама и Евы. Это первые люди, родившиеся уже на земле, а не в райских кущах. Это два братца. Один занимался земледелием, пахал поля и выращивал всякую разную пшеницу. А другой был пастухом. Пас коз и овец. И время от времени они, конечно, обращались с мольбами и жертвами к богам. Все древние народы прошли через это. Все, придумывая себе божества, думали, как бы общаться с этими богами, как бы умилостивить их, как бы обратиться с просьбой, чтобы боги не гневались, потому что любая гроза или извержение вулкана – это, видимо, проявление жестокой воли богов. Как бы этого не допускать? Отсюда возникает такое дело, как жертвоприношение. Причем иногда и человеческое жертвоприношение. И мы с вами знаем, что, допустим, индейцы, какие-нибудь майя, они приносили в жертву богам своим верховным именно людей. Потому что солнце красное, кровавое, ему требуется пища, кровь. В общем, все было не очень красиво. А у европейских народов довольно быстро это сменилось жертвой животными. И вот два братца, Каин и Авель. И Каин впоследствии становится нарицательным именем злодея. Это первое убийство на земле, это первая жертва убийства. В какой-то момент им нужно принести жертву тем, что у них есть под рукой. У пастуха понятно, что это козы. У землепашца это какие-то плоды земли, пшеница, яблоки, все, что могло быть. Оба приносят эту жертву. Жертва – это обычно сжигание, чтобы дым ушел в небеса, к божествам, и таким образом был посланием и просьб человека, и смирение человека перед божествами. И Каин видит, что Господу понравилась жертва братца, а его жертва не принимается. Что за ерунда? Одна из версий, почему Господь отверг жертву Каина. Потому что Авель делал это искренне. Не потому что так надо, вот пришло время, надо сделать жертву и до свидания, дальше делами заниматься. Нет-нет-нет. Это для него был очень важный шаг. Этот момент для него был проявлением искренности. Он должен был эту жертву богам вознести, Богу. А Каин делал это дежурно, холодно, с пустым сердцем. Ну надо так надо. И поэтому Господь не принял его жертвы. И сказал, ты делаешь чисто механически. Каин позавидовал братцу и убил его. Предполагается, что ослиной челюстью, то есть частью черепа осла. Видимо, страшная вещь. И вот это преступление, одно из, если не первое, преступление на земле, как раз и подсказывает нам разделение на добро и зло. Кстати, Господь спрашивал Адама, где ты, Адам? Я тут, в кустах прячусь, потому что я голый.
Здесь, похоже, происходит история. «Каин, а где твой брат Авель?» – спрашивает Господь Каина. Уже после убийства. Каин говорит, почем я знаю, что ему сторож, что ли, еще ходить за ним? Соврал. Мало того, что убил, еще и соврал. И вы видите, что итальянская скульптура – это один автор. Тут будут подписи, вы их тоже читайте, авторы и произведений. Эта пара стоит в Эрмитаже напротив друг друга, и вы видите, как гневен Каин. А почему гнев считается грехом? Ну, подумаешь, рассердился. Не-не-не. В этот момент человек теряет сам себя, свой разум. Он как будто бы перестает думать. Может быть, вы наблюдали? Я надеюсь, что с вами этого не было. Но вы могли со стороны наблюдать, допустим, в магазине. Ребенок кричит: «Мама, я тебя не люблю!» Почему? За что? Она ему конфету не купила. И хочется в этот момент его спросить: «Что, в самом деле не любишь маму?» И, конечно, он поймет: «Да нет, я имел в виду другое. Он любит маму, конечно. Но он это произнес в гневе, в злости. В этот момент у него голова отключается, и сердце работает неправильно, и душа работает неправильно. И он в этот момент не прав. Поэтому, когда вы сердитесь, ничего не делайте. Вот в минуту, когда вы осерчали, не делайте ничего. Пусть пройдет эти несколько секунд, и вы успокоитесь, и тогда вы сможете принять решение, ну, более-менее правильное. В минуту гнева невозможно принять правильное решение, потому что вы отключаетесь. Все человеческое из вас как будто исчезает. Вы становитесь зверем. Каин здесь зверь, он не человек. А мы пойдем дальше. Та же самая история. Другой автор, Лука Джордана. И вы видите, что здесь убегающий Каин. Каин, у него в правой руке ослиная челюсть. Вы видите, выглядит как меч, как какое-то ужасное оружие. Его догоняет ангел, который свидетелем становится этого преступления. Специально показываю фрагмент. Мы еще должны обращать с вами внимание на то, как сделана эта вещь, как исполнена картина. Это важные штуки. Не просто сюжет, не просто история, не просто какой-то анекдот, а что произошло, но и как художник об этом рассказывает. И вы видите, здесь есть вещи, которые называются акцентами. Акцент на спине полуобернувшегося Каина. Акцент на сияющем теле убитого Авеля. Акцент на ангеле, который подсвечен как будто бы Господа взглядом. И его жест: «Я все видел, я знаю, ты будешь проклят». Поэтому имя Каин стало нарицательным, обозначающим злодея. Совсем другая история. Убийство. Да, убийство. Но почему-то это воспринимается как благое дело, как патриотизм. В чем дело здесь? Между прочим, это не кто-нибудь, а Джорджоне, очень известный живописец итальянский. В Эрмитаже, по-моему, только одна его работа. У нее сложная история. Ее, кстати, мы говорили про реставрацию. Ее очищали довольно долго, снимали слои, которые накопились. Ведь иногда работы живописные переписывались. Сверху какой-то другой художник что-нибудь изменял. Мы чуть позже тоже это увидим. И потом реставраторы хотят дознаться, а что было в начале. Современная техника позволяет заглядывать под краску, рентгеновские лучи, всякие спектрографы, которые помогают увидеть, а что там под слоем одной краски, второй, третьей, десятой. И таким образом, аккуратно очищая, можно дознаться, что делал автор в самом начале. В чем здесь история? Войны. Очередная война, очередное войско, осажденный город, пришли злодеи. И что делать? Войска понимают, что они не смогут защитить свою страну и свой город, и тогда девушка, Юдиф, идет в лагерь врага, в военный лагерь врага, находит военачальника и обманывает его, притворяется влюбленным. Бог мой, какой ты красавчик. Она делает вид, что он ее очаровал своей свирепостью, своей мужественностью, нахрапистостью, может быть, своими доспехами. То есть она всячески дает ему понять, какой он душка, замечательный воин. Она его опаивает. Алкоголь, вино, вещь опасная, можно голову потерять, буквально. И когда он захмелел, счастливый от того, что прекрасная девушка, смотри-ка, пришла к нему в шатер. Когда он уснул, она его обезглавила его же мечом. Войско, лишившись военачальника, разбегается в ужасе, потому что вообще-то это важно, пастух. Некий руководитель, вождь, который будет вести за собой тех, кто не хочет думать, а только исполнять чью-то волю.
зачастую это было решением проблем. Если нет военачальника, воевать никто не будет, потому что не умеют, не знают, что делать. И таким образом Юдиф становится героиней. Она спасла город, она спасла страну, она спасла народ вот этим своим странным поступком, совравши. Тоже мы знаем это выражение «ложь во спасение», то есть «вранье для спасения». Очень много слов пришло из Библии, и мы не всегда знаем, что это так. Правда, здесь вот эта «ложь во спасение» — это немножко перевранная фраза. На самом деле имелось в виду «ложь, конь во спасение», то есть обман в том, что ты конем не спасешься. На самом деле фраза говорит о том, что конь тебе не поможет. «Ложь, конь во спасение». Но как-то так перевернулось, и стало «ложь во спасение». Ну, можно проиллюстрировать это такой картинкой. Представьте себе горящий дом. И вот вынесли какой-то скарб, имущество, что-то успели спасти. И вдруг, ба, дети остались в доме. И видят в окне этих детишек. А дети ведь как обычно спасаются? Вспомните самих себя. Закрыли лицо руками, и меня нету. То есть кажется, что если ты отгородился от мира, то и мир тебя не видит. Дети не убегают от огня, а прячутся. И думают, что таким образом они будут спасены. Но это не так. И отец понимает, что он не успевает ни выломать дверь, ничего, и он показывает игрушку. Красивую, яркую, классную игрушку, и дети видят ее. Они сами отпирают дверь и бегут к отцу поиграть. Конечно, никакой игры не будет, но он выманил их из дома. Вот этим маленьким обманом, ложь во спасение. Он спас своих детей тем, что обманул. Такое бывает. Совсем другая история, но похожая. И она тоже говорит о любви к родине, и она тоже говорит о патриотизме. И здесь мы видим одного и того же героя, разные авторы его изображали по-разному. В одном случае это был мальчишка, а в другом случае справа это вполне себе мужичина, сильный воин, храбрый и самоотверженный. Но все-таки большей частью художники и скульпторы любят показывать подростка. Почему? Смотрите. У мальчишки на плече гигантский меч, колоссальный меч, ну и голова, которую он держит за волосы, голова великана, какого-то чудовища. История тоже связана с войнами. В очередной раз некое войско пришло, и во главе его был чудовищный воин, гроза морей. А в ту пору иногда исход войны решался дуэлью. Это довольно удобный вид, ну, скажем, чтобы не войско с войском схлёстывалось, а чтобы один на один, сам на сам, как говорится, какие-то воины, избранные от каждого войска, выходили друг против дружки. Кто победит, того войска и считается победителем. И, глядишь, меньше резни, меньше кровищи, меньше потерь, меньше жертв. Довольно благородный вид сражения. И здесь вышел этот Голиаф, чудовищный воин, и сказал: «Ну и кто от вас отважится против меня?» И вышел подросток. «Я», — говорит Давид, — «да ладно, ты бы хотя бы меч взял». А у мальчишки в руках всего лишь ремень проща. Это такое орудие в виде петли, которой раскручивали камень и метали в качестве маленького ядра. И Давид говорит Голиафу: «Моя вера мне поможет. Моя сила в моей вере». «Ха-ха», — сказал Голиаф. Мальчишка метнул камень, недолго думая, и попадает в лоб этому гиганту и убивает его мгновенно. И войско в ужасе. Они лишились главы, они лишились самого мощного своего воина, великана. Ведь слово «Голиаф» потом стало кочевать. Ну, скажем, есть, наверняка вы знаете, лягушка Голиаф. Здоровенная трехкилограммовая лягушка. Или, например, паук Голиаф. То есть слово «Голиаф» означает «гигант», «великан». В животном мире много таких. Есть рыба в Африке, рыба-голиаф. Довольно неприятное существо, выглядит хуже щуки. Здесь важно, что мальчишка не просто не испугался, он был полон решимости, и его вера ему помогала. И войско врага увидело, что есть какое-то оружие сильнее, чем меч. Вера какая-то. То есть слово становится сильнейшим оружием. Мы с вами говорим про Библию, вынуждены говорить про Библию, потому что в Эрмитаже очень много сюжетов с ней связанных. При этом ни я, ни, может быть, кто-то из вас неверующий.
я атеист. Но мне крайне любопытны эти истории, потому что они подсказывают взаимоотношения между людьми. Красивые и некрасивые. И поэтому можно быть совершенно неверующим человеком, нерелигиозным, но при этом в этом ориентироваться, что-то знать и получать удовольствие в музее от того, что ты узнаешь эти сюжеты. Мы пойдем дальше. Ужасная картинка. Рембрандт – великолепный художник. В Эрмитаже отдельный зал посвящен этому чудесному живописцу. И это один из самых популярных залов. И иностранные гости приезжают посмотреть именно, в том числе, и на Рембрандта. Здесь странная история. Из нынешнего дня, из 21 века, ее сложно воспринимать. Папаша собрался убить сына. Это как? Это тот самый Авраам, прародитель. Между прочим, он потомок Ноя. Когда человечество в виде Ноевой семьи спаслось после потопа, вот Авраам – это один из потомков этого Ноя. И Авраам считается патриархом, то есть родоначальником целого народа. И в какой-то момент Господь спросил, а ты насколько прочно веруешь? Ну как же, чем же я могу доказать? Убей сына. Не в смысле убей, принеси в жертву. Мы с вами говорили, что жертвоприношение было еще и человеческим, и поэтому Авраам не удивился. Ну надо так надо. Ну жертва так жертва, пусть даже это собственный сын. Здесь есть хороший слой, когда он повел мальчишку... Ну опять же, кто-то рисует это как подростка, а кто-то изображает взрослого мужчину, потому что Исааку на тот момент было уже больше 30. Разные версии. Это на самом деле не важно. Сын и сын. И вот они идут вдвоем, и к сыну подступает невидимый сатана. И говорит, слышь, а ты вообще в курсе, что папка ведет тебя убивать? Какова реакция должна быть у сына? Да ты что? Да не может быть! Нет. Он догадался. И он сказал, изыди, сатана. Он сказал, отойди прочь, злой дух. Ты мне не подсказчик. Я верю отцу, и я верю в Господа. Если так надо, значит так надо. И больше того, он попросил папу Авраама, ты свяжи меня покрепче, а то я могу не выдержать, испугаться, и что-нибудь сделаю неправильно, все испорчу, ладно? Это поразительно. То есть здесь мы встречаем историю самопожертвования, когда человек себя приносит в жертву, в уплату. И мы вспоминаем Христа, самая большая, самая мощная, самая страшная и самая знаковая жертва. Что здесь произошло? Уже связан мальчишка, уже занес нож над ним отец, ни секунды не колеблясь, не думая о том, что он делает это ради веры. В последний момент ангел останавливает его руку. Посмотрите, как работает художник. Виртуозно работает со светом, как будто театральные прожекторы высвечивают нужные для художника места, чтобы обозначить важные вещи. Взгляд старика. Что такое? Что? Почему? Зачем ты меня останавливаешь? Сын. Сияющее тело невинного сына, как жертва, как овца. Ангел, который пришел остановить в последнюю секунду и сказал, ну ладно, все, угомонись. Господь понял твою уверенность, твою решимость. Вон там в кустах овца запуталась. Вот ее принесешь в жертву. И тут мы видим переключение с жертвы человеческой на жертву животную. Овцу можно зарезать. Ерунда. Она будет принята взамен твоего сына. Здесь очень важная штука. Исаак. Мы с ним столкнемся чуть позже. Сын Авраама. Тоже считается родоначальником целого ряда племен. Совсем другая история, но тоже сын и отец, и тоже очень красивые между ними взаимоотношения. Вот старик ослеп, не буду говорить почему, неважно. Ослеп, а раз ослеп, не смог работать, а раз не смог работать, стал беднеть, и семья захерела, и стали бедными, и в общем беда. И он просит Господа послать ему смерть, потому что стыдно не прокормить семью. И тут он вспоминает, что у него дружок был когда-то. Задолжал ему денег. Это Товит, отец, и Товия, сын. И он говорит, Товия, сходишь за 39 земель к моему знакомцу, он мне должен довольно существенную сумму денег. Заберешь долг, скажешь, что от меня, и он тебе отдаст долг, и вернешься. Ну, хорошо. Только возьми себе в кого-нибудь в провожатые. Во-первых, безопаснее вдвоем идти, во-вторых, веселей. И Товия
берет какого-то парнишку Рафаила, который назвался Рафаилом, они вдвоем топают довольно далеко, через несколько государств. Справа мы видим опрокинутую на спину рыбу. Довольно мерзкую, страшную, зубастую рыбу. Что произошло? Мальчишка искупался, хотел искупаться, по-моему, в Персидском заливе. На него напала рыба хищная. Хотел его сожрать. Он ее заборол, запобедил, а Рафаил, спутник, говорит, возьми у нее печень, сердце, потроха, короче говоря, желчь пригодится. Возьми, возьми. Они пошли дальше, они дошли до нужного города, они нашли нужную семью, они, Товия сказал так и так, мол, отец послал за долгом, да-да-да, конечно, ему выданы были деньги, они возвращаются, и опять Рафаил подсказывает, ты вот этой рыбьей желчью смажь глаза отцу. Угу. И отец прозревает, выздоравливает, и все хорошо. И деньги есть, и здоровье есть, и зрение есть. И что в этой композиции? Роскошно написанная картина, между прочим. Посмотрите, как здорово художник работает опять со светом, как он рулит этим освещением, чтобы показывать нам важные вещи. Ну, например, слева собачка. А что собачка здесь делает? Ну, мы это знаем, что собака – это всегда... Это был вопрос. Знак верности, бескорыстного служения хозяину. Собака не ищет награды, она просто любит. Она верная, потому что она друг. То же самое, сын не ищет награду у отца. Он любит своего ослепшего отца, он хочет ему помочь. Поэтому он прошел через испытания. Рафаил, парнишка, который сопутствовал ему, тут открылся, вот эти крылья ангелы, он сказал, я ангел, я специально был послан в помощь. Поэтому все его подсказки так классно работали и с этой рыбой. Рыба, между прочим, здесь написана ужасно. Смотрите, она перевернута, и кажется, что это какая-то сатанинская морда. Раскосые глаза, жаберные вот эти щели, похожи на жуткие глаза и разъявленная пасть. В общем, чудовище. Но из этого зла возникло спасение, лечение. Но мы же помним, что, допустим, из змеиного яда, который опасен сам по себе, в том числе делают лекарства. То есть зло может обернуться помощью, добром. Здесь есть еще вторая история, зашитая в эту первую историю. Товия по пути к должнику оказался в гостях у семьи, которая его приютила, и там была некая Сара. И Рафаил подсказывает, возьми Сару в жены. Да? Ну ладно. А что-то с Сарой было не так. Она не могла никак выйти замуж нормально. У нее все ее новоявленные мужья помирали почему-то. И так было, по-моему, 7 раз. И, в общем, Товия про это прознал, и опять пригодилась злодейшая рыба. То есть Товия воскурил в кадильницу специально, значит, поджег в качестве жертвы печенку и сердце этой злодейской рыбы, и этот дурман отогнал злого демона, который, оказывается, жил в доме и умерщвлял мужичков, которые должны были быть мужьями этой бедной Сары. Таким образом, у Товии все получилось, и он вернулся не вдвоем с Рафаилом, а еще и с молодой женой. Совсем красивое завершение этой истории. Но я еще раз обращу ваше внимание на исполнительное мастерство художника. Вот, например, старушка-мать, которая помогает, стоит слева. Смотрите, ее лицо почти в тени, но даже по этим морщинкам мы видим, с каким вниманием, с каким трепетным вниманием она участвует в этом. Вся работа пронизана любовью, прежде всего, помощью.